Всем привет, меня зовут... Вот эту книжку я, честно говоря, промахнулась. Когда купила, я... А ну ее. На днях я наконец-то купила себе новый трипод. Еще... Эта книжка... Psychic Science. Вот эта книжка вообще как-то непонятно затесалась в мою кучу книжек, потому что, в принципе, я таким не занимаюсь, такое не читаю. Эта книжка Psychic Science. Science — это науки, а Psychic — это... я не знаю, как это переводится, но посмотрю и скажу. О! Extraterrestrial — это инопланетяне других... Инопланетяне, в общем, да? А вот про этого написано, что когда этот чудик хочет размножаться, то кладет свои яйца живому хозяину. Вот. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии внизу где-то тут. И спасибо за ваш просмотр. Пока!